Так, ну что, оказались мы в сафари, он выглядит за моей спиной. Начнем с парковки. Парковка просто ошеломительно здоровая. Мы приехали в 9 утра, было уже порядка 200 машин, и они здесь все грамотно разместились. Два взрослых и три ребенка, один 4 года, нам обошелся 61 евро. Вход в сафари выглядит вот таким образом. Ехали мы с Кашкайша 2 часа, с Лиссабона вроде как 1 час двигаться примерно. Дорога гениальная, но... Ну что ж, ребят, зашли мы внутрь. Сначала, что мы здесь видим? Антуражность, она здесь присутствует. Траты, сколько мы заплатили? Понятно, что сюда, отсюда, если мы от Лиссабона стартуем, 200 километров, в зависимости на чем вы едете, потратите такое количество литров бензина. Проезд на автобане в одну сторону 15 евро, назад 15. 30 евро вы закинете только на автобан, чтобы... Сейчас покажу офигенную фишечку, смотрите. Это кора пробкового дерева, и здесь ее нету. То есть они раз там в 2 года, раз в 5 лет срезают эту кору, и она потом нарастает заново. То есть обувь, открытки, кошельки, пробки для винных бутылок. Португалия является лидером в производстве таких вещей. И что интересно, что это самовозобновляемый продукт. Даже утепление домов, строительные материалы, утеплители, шумоизоляцию, покрытие пола, все производится из пробки. И это возобновляемые источники. Это очень приятно. Так, сафари выглядит таким образом, что очередь залазит в такой паровозик. Но надо понимать, что он грязный, как рваный, и старый, и ржавый. И это жесть. Поэтому лайфхак, когда стоите в очереди, все бегут наперед. Этого не надо делать, потому что это трактор. Он поднимет всю вот эту вот бузу, всю эту пыль, и вы будете дышать пылью, будете вечно грязные. Если обратим внимание на паровозик, то первые ряды засраты, а последние менее засраты. Поэтому, если вы сядете назад, как мы, пыли наглотаетесь, но ее будут... Temos então as nossas avestruzes. Nós depois vamos passar ali por cima, ali à volta, e do vosso lado esquerdo vão ficar dois ovos de avestruz, estão bem pertinho do caminho. Que se aproxime. E para evitarmos mal maiores, então decidimos colocar esses animais neste habitat. Eles aqui deram-se maravilhosamente bem, já se reproduziram algumas vezes, temos até uns juvenis que, embora já estejam a atingir o tamanho adulto, ainda se dá, ainda dá para distinguir. Okay? Mas eles, quando são pequeninos, têm uma coloração amarela, que é para se camuflarem na areia do deserto e também na erva seca. E, obviamente, a pelagem, ok? Existe... Ну, надо сказать, сафари это на любителя. Иногда сюда и жирафы, и все приходят просить у тебя еду. Но если они не голодные, то они, конечно же, лежат и где-то отдыхают в этих кустах. Поэтому каждая поездка, она у кого как повезет, в зависимости от того, насколько они голодны. Сейчас мы направляемся к тиграм. Ну, тигры сидят в клетке, их буквально тут 2 штуки. Просто рассказали про них, поинтересовались. Ответили на вопросы и разворачиваемся, едем обратно. Вот так, собственно говоря, выглядит полный сафари-паровозик. Зависит, конечно, от тракториста. Нам не повезло, он тормозит там, где не надо. И... Ну, кататься по горочке из горочки на таком трамвае, по-моему, экзотично, это точно. Не перегораживает нам пока никакие животные дорогу, и то хорошо. Но пыль, она, да, ее никто не отменял, она здесь есть. И довольно большая, наглотаешься точно.
Ну, а, собственно говоря, для чего сюда все и едут, это жирафы. В надежде, что жирафы, конечно же, подойдут и уделят нам свое внимание, но вроде так оно и есть. Этот паренек явно к нам собрался. Почему мы уезжаем? Смотрите, в какой непосредственной близости от меня находится, например, зебра. Так, зебра, до свидания, и двигаемся мы дальше. А впереди у нас ждут два веселых страуса, которые практически перегородили нам дорогу. Смотрите на страусов, смотри. Вот так вот они буквально не боятся. Африканские, по-моему, и это их не всегда обитание. 90 км/ч. Забыл, как они называются, но очень красивые. Они прыгают, когда их испугаешь. Не подходят, проходят мимо. Приятный вид, очень приятный вид. Такие деревья необычные и животные действительно экзотичные, мне кажется. Хоть с погодой не повезло, но очень позитивно. А, начинает бодаться. Так, зебра, до свидания, и двигаемся мы дальше. А впереди у нас ждут два веселых страуса, которые практически перегородили нам дорогу. Смотрите на страусов, смотри. Вот так вот они буквально не боятся. Африканские, по-моему, и это их не всегда обитание. Ну, что по мне, у меня есть чем сравнить. Сафари, честно говоря, скудненько. То же самое Испания, она гораздо круче. Трафик очень. Но если уж оказались в Лиссабоне, заехать нужно, потому что а куда еще с детьми сюда пойдешь? Не так много мест, где с детьми можно посидеть. Такой мостик для прогулок. Гигантские пробковые деревья. И тишина. Журчит ручеек. И здесь можно притаиться и подождать, пока подойдут какие-либо из животных. Они здесь в свободном доступе все гуляют. Поэтому можно ходить вот с такой высоты и наблюдать. Но, видимо, приехали тогда, когда их уже покормили, и не повезло немножко. Ну, просто природа сама тоже здесь довольно прикольная. Ну, потихонечку вылезло солнышко, и в Португалии не стоит расстраиваться, если вдруг вы попали в туман, в сильный шторм и дождь. Всего 2 часика, выйдет солнышко, и будет опять хорошо. Здесь погода меняется каждые 2,5 часа, и это совершенно нормально. Ну, здесь очень много африканской музыки. И есть небольшое ощущение, что ты все-таки находишься в Африке. Bona banda 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 ban